Во-во-во-во-во, давай-давай-давай-давай! Есть! А, зырь, я в домике! Иха! Ой-ой-ой-ой-о! Не долетели. А чё? Так тоже может быть? Ну, как видишь. Вот дела. Ребята, всем привет! Мы проходим новое приключение красного шарика, и нам осталось пройти последние 5 уровней. Приветище, друзья! Ну чё? Я готов! Ну, тогда вперед. Выбираем 16 уровень и поехали! У меня ощущение, как будто я на дерево забрался. Так ты на дереве сидишь, а вокруг куча монеток. Давай с них и начнем. Хорошо, тогда я спускаюсь. Ага, давай. Оба-на! Видал? Что именно? Я звонеточку взял. И что? Круто же! Ты чего, шарик? Ну, взял и взял. Покатились дальше. Текс. Одну пропустили. Да вижу, вижу. Ща возьму. Оба-на! Видал? Ай да я! Что в этот раз? Я еще 2 звонетки взял. Да что ж такое-то? Ты чего? Как это чего? Я монетки взял. Я красавчик. Да красавчик, красавчик. Но давай как-нибудь пошустрее собирать. А то мы так будем уровень полчаса проходить. Ладно, ладно. Зырь, я как сокол сижу на ветке. Да что ж такое-то сегодня? Шарик, ты уровень проходить собираешься? Да все, все. Погнали. Ну-ка, что там слева? Походу ничего. Звонеточки. Эй, стой, дружище, ты куда? А монетки с другой стороны дерева собрать? Ой, точняк, в смысле это? Да я помню, просто тебя проверял. Да-да, рассказывай. Одна есть. Поднимайся выше, за остальными. Справа еще звонетки. Сначала возьми слева сверху, за правыми потом вернемся. Кстати, это... Я тут на звонетки смотрю. Они на печеньки похожи. Я вспомнил про вопросик из прошлой серии, где друзья выбирали между конфетами и печеньем. Ага, был такой вопросик. Кстати, мнения разделились примерно поровну, но чуть-чуть больше голосов было за конфеты. Это, наверное, потому, что чай лучше пить и с тем, и с другим. Наверное. Ладно, шарик, опять мы заболтались. Давай проходить. Ага, погнали вправо. Ой, топорище! Ох, дружище, выбирайся оттуда! Не получается? Не достаю! Видимо, придется по топору проходить. Чё? Прыгай на топор, только аккуратнее, не попади на лезвие. Ща попробую! Опа! Супер, погнали дальше! А тут еще топорище. Тю, такой я уже проходил. Легкотня. Проходи тогда. До монетки достанешь? Ага. Собирай тогда все. Еще один топор. Да сколько же их тут? Ой, да ладно тебе, шарик, ты их вон как лихо проходишь. Ну, это да. Эй, пусти деревяшка. Во, вот приставучее бревно. Да отстань ты.
Шарик, а выбраться ты теперь сможешь? Да, как с куста. Что, тяжело? Да это, видать, что-то заело. Смазать механизм надо. А может, все-таки тяжело? Да не может быть. Давай, немножко осталось. Вот же ж, еле идет. Все, дальше не хочет. А если с прыжка? Во, где ж ты раньше был? С прыжка вообще легкотня. Забирайся наверх теперь. Так. О, это же платформы, которые падают. И на них монетки. Придется проходить кабанчиком. Это я умею. А это еще что за дом? Может, это дом того, кто срубил дерево? Возможно. Давай разрушим. Погоди, там вон сверху монетка. Если сразу разрушим, то не достанем. Попробуй сначала с платформ запрыгнуть на крышу. Ща. Ну и звонетки возьму заодно. Это само собой. Так, продолжай. Аккуратнее. Собирай монетки. Прыгай на крышу. Не-а, не получается. Слишком быстро платформы падают. Ну ладно, тогда сбивай переднюю доску, а там посмотрим. Ща я этот дом быстро разломаю. Ты это, сильно не ломай, а то монетку не достанем. Ладно, чутка его покоцаю. Так, стой, дальше пока не разрушай. Я думаю, ты с ящика сможешь достать верхнюю монетку. Только бы ящик не упал. Ща укреплю. Во, теперь не скатится. Отлично, собирай оставшиеся монеты. Опачки, финиш. Сначала монетки. Хорошо, ща возьму за 2 секунды. Вот так. Оу, так ты долго будешь ломать. И наверх не запрыгнуть. Может, ну их эти монетки? Так ты же сказал, за 2 секунды возьмешь. Ошибся чутка. Но взять их все равно нужно. Чую, это надолго. Давай, может, пока какой-нибудь вопросик придумаем для зрителей. Точнее, это я уже придумал. Ну, задавай. Ты говорил, в прошлом опросе конфеты победили. Ага. Так вот, друзья, напишите в комментариях, какие конфеты вы любите больше, леденцы или шоколадные? Ну хорошо. Ребята, пишите в комментариях цифру 1, если больше любите конфеты леденцы, или пишите цифру 2, если вам больше нравятся шоколадные конфеты. В следующей серии узнаем, какой вариант победит. Совсем чутка осталось. Скоро пробьюсь. Вижу. Давай. Во-во-во-во-во, давай. Есть! Зырь, я в домике. Ты это, давай выбирайся оттуда и катись на финиш. Ну, это легкотня. Или не легкотня. Ты, главное, не останавливайся. Во, другое дело. Фух, долгий был уровень. Да ну, это просто ты вначале проходил медленно, да и в конце дом разбивал долго. Двигаемся дальше. Как-то пустовато. О, звонеточки. Оба-на! Это же трамплин! Помнишь? Такой уже был! Помню! Ух, он матерый! Это да!
Прыгай. Ихо! Ву! Далеко тебя закинуло. Давай-ка осмотримся. Сверху монетки, а слева еще. Пойду сначала возьму те, что слева. Текс, а теперь за верхними. Кстати, я когда летел, там еще выше что-то красное было. Может, тебе показалось? Ну, может быть. Что это такое? Похоже на воздушный шар. Да ладно! А ну-ка! А, точняк! Ой, звонеточки! Пропустили две. Может, спрыгнуть за ними? Пока не прыгай. Давай лучше посмотрим, что по сторонам. Оба-на! Еще звонетки! Ща возьму. А вон путь наверх. Еще одна звонетка. А вот и финиш. И это красная стена. Я же говорил, что сверху что-то красное было. Ну, в любом случае, мы пропустили две монетки. Давай перезапустим уровень. Да что перезапускать-то? Сейчас я вернусь за теми монетками. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот видишь, я же говорил, что надо перезапускать. Да то ты накаркал. Вот я и проиграл. Ну, конечно, начинается. Ладно, уровень вроде коротенький. Ща пройду по-бырому. Иха! Ой-ой-ой-ой-ой. Не долетели. А чё? Так тоже может быть? Ну, как видишь. Вот дела. Оба! Монетку пропустили. Эй, где это я? Видимо, это и есть та красная штука, что ты видел. И тут полно звонеток. Да вижу, но при прыжке ты одну монетку пропустил, так что придется перезапускать. Эх, ну ладно. Итак, прыжок. Эх, не допрыгнули чутка. Еще раз. Чё-то уровень матерый оказался. Да не говори. Эть! Иха! Эх, чуть-чуть не хватило. Ну, перезапускай, чё? Итак, попытка номер 100-500. Надеюсь, сейчас получится. Яху! Есть! И наверх забрались, и монетки не пропустили. Собирай теперь здесь все монеты. А дальше куда? Как это куда? Спрыгивай. Ты же сколько раз просто не допрыгивал до сюда и приземлялся ниже. А, ну да, точняк. В смысле это? Да я и сам знал. Просто тебя проверял. Само собой. Текс, и где я? А, понял. Это там, где я первый раз приземлился. Ага, собирай монетки и катись к воздушному шару. Главное сейчас не пропустить монетки, они были чуть левее. Да помню, помню. Вот и они. Отлично, дружище. Ну все, дальше уже легко. Эй, да аккуратнее же ты, а то придется заново уровень проходить.
Не-не-не, сколько можно? И так перезапускали его кучу раз. Поэтому не торопись, проходи осторожно. Финиш! Ура! И что у нас там дальше? О, что-то новенькое! Это что там сзади? Земля, что ли? Ага, похоже, воздушный шар, где был финиш, закинул тебя на Луну. Прикольно! Вот с нее и начнем следующую серию. Следующую? Ну да, она сегодня хорош, наверное. Ну ладно, тогда чё? Пока! Пока-пока, Ребзя! До скорой встречи! Пока, Шарик! Пока-пока, ребята! Нам осталось пройти последние 3 уровня. Этим мы и займемся в следующей серии. До встречи на канале Игрули ТВ!